Над Красной площадью заиграла бодрая песня про то, что в хоккей играют настоящие мужчины. Владимир Путин вышел на лед. Команды приветствовали его, выбивая дробь клюшками по льду. И первый удар по воротам противника нанес президент. Красные завелись, и через пару минут Путину удалось распечатать ворота соперника. Владимир Путин, молодец! Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Вы много работаете? Вы встаете на работу? Поэтому надо все-таки уделять время тренировки. Чуть здесь не высыпался последний. Некогда мне. О России думаю. Золотой ты человек.